Всем привет, ребят. Ну что, я думаю, вы удивлены видеть эти цифры здесь на русском сервере. Я сам думаю, что за фигня, нафига я это сделал, но я это уже сделал. В общем, у нас эксклюзивный трэш-контент. Я задонатил на русском сервере опять, хотя я говорил, что этого делать не буду. Ну, в принципе, я говорил, что я не буду в основном сюда влаживаться, потому что это бессмысленно. Ну, в любом случае, аккаунт надо поддерживать, так как я его уже не знаю сколько, месяца три, наверное, не развиваю. Я в топе провалился, я не гонюсь за топом, оно бессмысленно. Но иногда надо выбивать героев, и сегодня IGG, наверное, сошли с ума. Судя по тем акциям, которые они дали, не знаю, как-то для русского сервера прямо аж дико. Наборы торжества сегодня у нас были, я некоторые позабирал, сейчас покажу. Давайте сейчас пробежимся сразу же по акциям, посмотрим, что есть. В общем, относительно неплохие наборы за достаточно таки интересную цену. Я, честно говоря, аж удивился, что это на русском сервере. Такс. Ну и, конечно, сегодня Огника продают за полпака. Это ж как-то аж для русского сервера просто дико. Ничего себе коробка. Вот это мы сейчас натащим здесь плюх. Ну, акции, как обычно, ничего такого интересного. Но я забрал, так как для этого аккаунта, если вы помните, кто смотрел раньше, он был топ-1, потом ввели прорывы, я просто забросил здесь и начал качаться на английском сервере. И сейчас у меня здесь ни прорывов прокачанных, нифига, ничего себе. Прайо получили. Обалдеть. Ну, спасибо, IGG. Развели на донат, но хотя бы дали. Так, привет, весна. Ну, кстати, наборы торжества удивили, удивили. Давайте забежим, привет, весна, посмотрим, что здесь есть. И пооткрываем плюхи, которые мы сегодня получили. Кстати, напишите в комментах, как там со звуком, потому что я сделал немножко перестановочку. Поставил шумоизоляцию, вроде как бы получше стало, но я еще толком не донастроил все. Вторую зверь машину не поставил, пока только на компе для стримов. Так, а что тут вообще в этой акции падает интересного? Анубис, рогатка, огнекрыл, ничего себе, прям раздают огников. Карта смены чар. Ну, конечно же, для того, чтобы качать этот аккаунт, надо куча времени. Если бы были акции такие, как на английском, можно было бы смело его качать там в топ. Сидеть и ждать эти акции месяцами, честно скажу, русский сервер этим не привлекает и возможностями. Так, окей. Покажу сейчас, что интересного. Ну, набор торжества, стрелок, в принципе, цена вообще адекватная. Огник тоже вполне. Плюс скин второй на хрона, плюс камешек, ну то есть ради огника можно забрать. Ну и конечно же вот такие вот, я считаю, очень-очень крутые. Тут можно по одному саму даже забирать там, или сколько там минималка, и плюхи, я вам скажу, просто обалденные. Так, получить все. Вот такие вот паки, я решил их забрать, потому что я издание не качал, надо издание попрокачивать. Фрейка, ну и немножко сундучков, конечно, это смешно, но все же для любого аккаунта это хоть какой-то плюс. Так, давайте, что у меня делается там по КГшкам, вроде как бы еще хватает. Так, облики. Сейчас посмотрим, что у меня вообще по обликам. Даже Минотавра не дособран. Ну, тут, в общем, как видите, очень много. Многие собраны, многие не собраны. Так, скины на здание, поехали.
Здание тут тоже надо качать и качать, как видите. С того момента, как забросил здесь донатить, так и ничего не качалось. Оно со временем все дешевеет, как бы у меня основной аккаунт это английский сервер. Здесь чисто ностальгия и трэш. Хоть немножко подкачаемся, а то стыдно как-то. Так, отлично. Поехали в плюхи. Давно мы плюхи на этом аккаунте не открывали. Два сундучка первых. Коробка 10 книг. Отлично. Так, грубая сила, воодушка, грубая сила, камешки. Ну, это уже получше. Слизни. Так, это новые эмблемки у нас. Поехали, третьей коробки. Карты смены. Эти карточки. Ну, красные кристаллики, конечно, их дофига надо. Дофига надо этих паков. Так, четвертое открываем. Ну, пакты, камни. Тоже, в принципе, нужно. Ну, и с пятых, конечно же, все надо. Тут на этом аккаунте однозначно надо все. Вот. И почему я решил задонить, вы спросите, а все очень просто. Как вы видели, я здесь свалено так и не выбивал, я решил его просто забрать. Бессмысленно, ну как бы не бессмысленно, но нету в нем надобности как таковой. А сегодня продавали у нас 100 осколков, и я их забрал. Так, где-то. Вот, уже есть половина. То есть это выгодное сегодня было предложение за большой пак плюс камешки для прокачки. И в принципе мы это сделали. Так, что мы все плюхи пооткрывали. Так, хоть немножко слизней допили. Давайте посмотрим, может еще что-то улучшить можно. Не, все уже улучшено. Такс. Ну что, давайте попробуем. Попробуем на удачу рольнуть еще. Может повезет. И не надо будет 100 осколков дособирать. И я, мне за 150, как я только зашел, я еще не записывал видос, смотрел. Райка вылетела. Бульдозер. С бесплатки причем. Ну, за 150 я имел в виду с бесплатки. Я уже не стал этого снимать, писать вам. Так, ну, в общем, я думаю, все понятно. Драка с Бигфут. Надо ждать коллекционера, короче. План душек, триант, суккуб. Короче, сегодня падают в основном магазины и герои. Королева Гарпий, не увидел, кто там второй. Влад Дракула. Ренки, рогатка, ну, уже получше, но все равно, видите. Последнего героя, к сожалению, нет. Капитан Дрейк. Это бессмысленно, когда у тебя не хватает одного героя, это если... Я делаю там для вас контент, да, чтобы его посмотреть, как он, что он, куда, какие сборки там, да, я понимаю. А когда у вас все есть, я уже не один раз говорил, что реальный проще всего Бугимен. Его просто дособирать, рано или поздно вы его соберете, потому что джиджи же хотят за него бабки получить. Асурик, Фрея, еще одна. Вот так вот, ребятушки. Вроде как бы и падает, но шанс один, сколько там у нас, 80 с копейками героев получить еще один Асура. Этого героя шанс очень маленький. Так вот. Давайте сделаем так и так. Итого у нас
1 и 4, каких 4? 6 шестерок. Эпическая цифра. В общем, вот так вот, такой вот мини-донатик был. Посмотрели, что мы получили. Получили, в принципе, мы неплохие плюхи. Кстати, смотрители у меня здесь тоже, по-моему, вот тут качать. Короче, здесь качать и качать еще. Аккаунт надо. Прорывы не прокачаны. Кстати, надо посмотреть, что у нас. Так, коробочки немножко подкопились, кристаллы. Как видите, здесь нету такого трешечка, как на английском сервере. Ну вот, копится по чуть-чуть кристаллики, всего лишь 1156. Мы здесь, по-моему, кого-то качали. Мы даже никого не качали. Максимальный 7-й прорыв, я думаю, некоторые без донаты такой же вкачали. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.